дом. Лег на пропасти русский путь, и срывается песну даль. Русский, русского не забудь, русский, русского не предай. Не ступили бы за край, да подталкивают враги. Русский, русского выручай, русский, русскому помоги. Нашу русскую сохрани, землю русскую сбереги. Окаянные эти дни, русский, русскому Я русскую сбереги,
Дорогие друзья, все мечтают, чтобы мы были разобщены, чтобы мы были разъедены. Но у нас у каждого свои какие-то взгляды, свои убеждения. Но мы должны объединяться хотя бы на основе того, за что мы стоим все вместе. Это против 282 статьи. Это против ювенальной юстиции. И против людей, чьи дети, чьи родители, чья недвижимость находится за границей, а они делают вид, что они беспокоятся о благосостоянии нашего дома, о благосостоянии России. Мы должны с вами объединяться. Никто, кроме нас, не наведет порядок в России. Мы еще можем возродиться и возродить величие нашей России и величие русского народа. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Вставай, Россия! За нас, за Россию! С Богом! Строчат приговоры победы. Вставай, Россия! Последние стенки объявлены в розыск в связи с усилением всеобщей угрозы. Держись, страна! В России объявлена в розыск свобода преступной.
Это наш дом. Это наш дом. Понимаете, ребята? Это наши, мы русские люди. Мы здесь родились. Мы видим будущее наших детей с России. Мы делаем историю. Сейчас такое время, что, как я уже сказала, есть место подвигу каждому из вас. Каждому, где вы видите несправедливость, где вы видите беспредел. Это только кажется, что мы ничего не можем. Мы можем, но мы всегда должны поддерживать друг друга. Будем поддерживать, будем помогать. Будем бороться с несправедливостью в нашем доме. И все еще в наших руках. Все будет хорошо, потому что Бог был, есть и будет всегда с Россией. И мы, конечно же, дети России, будем тоже всегда с Россией. Ведь мы на этой земле не гостим, а корнями вгрызаемся в недра. Русский лес, мы русский лес. И будущее за нами. И судьба России за нами. И история России за нами с вами. Итак, дай Бог здоровья, терпения, и все будет хорошо. Главное не сдаваться. Мы тут не гости, а друзья.
Спасибо. Мы победим Путина! Мы представляем Всероссийское движение ветеранов имени Владислава Алексеевича Ачалова. Называется он «Десант свободы». Присоединяйтесь к нам, кто еще о нас не слышал. Миллионов, марш несогласных,
за справедливость, равенство, гласность, чтобы Россия дышала свободой, чтобы вся власть была у народа. Марш левых, марш правых, скоро закончится ваша халява. Марш левых, марш правых, на казнокрадов найдем мы управу. Марш левых, марш правых, чтоб не накрыло бурей кровавой. Встань на защиту народного права. Марш левых, марш правых. Власть мракобесов тянет Россию в темное царство, царство насилия. Марш миллионов, общество, совесть пишет в истории новую повесть. Марш левых, марш правых, скоро закончится ваша халява. Марш левых, марш правых, на казнокрадов найдем мы управу. Марш левых, марш правых, чтоб не накрыло бурей кровавой. Встань на защиту народного права. Марш левых, марш правых. Марш миллионов, марш несогласных, чтобы во власти кончилось блядство, чтобы исчезли басманные судьи, чтобы в России зашло правосудие. Марш левых, марш правых, скоро закончится ваша халява. Марш левых, марш правых, на казнокрадов найдем мы управу. Марш левых, марш правых, чтоб не накрыло бурей кровавой. Встань на защиту народного права. Марш левых, марш правых. Мы не забудем уже обвинений, лживых судилищ, ОМОНа гонений. Мы не простим распила бюджета. Все кровососы ответят за это. Марш левых, марш правых. Марш левых, марш правых. Марш левых, марш правых. Марш левых, марш правых. Мы выступаем, хочу напомнить вам, за освобождение военных политзаключенных. Мы уже заканчиваем, да. Споем вам еще одну песню, последнюю песню. Воспрянет от страха российский народ.
чиновникам выставить счет. Придется ответить за воровство, придется ответить за волшебство, придется ответить за тюрьмы и страх, за лживые слезы в лживых глазах, за пенсию 8000 рублей, за темное детство наших детей, за инвалидность в чеченских боях, за пропитую жизнь в деревнях. Мы им скажем, что мы за честную власть, мы скажем, что хватит у нас деньги красть, мы скажем, что хватит с экрана нам лгать, пора наконец-то народ уважать. Если мы с тобой не хотим больше спать, если мы с тобой не хотим вымирать, если мы с тобой жизнь хотим изменить, значит, нам с тобой пора выходить. Мы выйдем на площадь во всех городах, поселках, селениях и деревнях. Воспрянет от страха российский народ и лживым чиновникам выставит счет. Придется ответить за воровство, придется ответить за волшебство, придется ответить за тюрьмы и страх, за лживые слезы в лживых глазах, за пенсию 8000 рублей, за темное детство наших детей, за инвалидность в чеченских боях, за пропитую жизнь в деревнях. Спасибо. Спасибо. Спасибо, слава русским людям!